Глава Чукотского района с рабочей поездкой посетила села Уэлен и Инчон. В первую очередь Лариса Юрошко, сопровождаемая начальником управления промышленности и руководителем муниципального предприятия «Айсберг», посетила объекты ЖКХ, дизельную электростанцию и котельную, оценив устройство, техническое обеспечение и уровень изношенности оборудования. В Уэлене котельная требует реконструкции для обслуживания новых домов. Их строительство начнется в этом году по федеральной программе «Переселение граждан» из аварийного жилищного фонда и федеральному проекту «Жилье». Планируется возвести 4 дома на 36 квартир. Контракт с подрядчиком уже заключен. Работы на стадии проектирования. Особое внимание глава района уделила участковым больницам сел и наличию лекарственных препаратов в аптеках. Медикаменты, в том числе противовирусные, имеются в достаточном количестве. Не вызывает нареканий и ассортимент продовольствия в торговых точках. Кроме того, Лариса Юрочко выслушала обращения преподавателей школ, оценила качество питания учеников, отметив, что кухни учебных заведений находятся на приличном уровне. Напомним, что в рамках улучшения качества питьевой воды на следующий год запланирована закупка опреснительной установки для Уэлена, а для Инчоуна планируется покупка новой вакуумной машины. Здесь же обустроят гараж и модернизируют дизельную. В апреле глава района Лариса Юрочко посетит Энурмина и Нешкан.